В Брянской области завели грибное дело. Местные предприниматели быстро оценили, что 40-50% шампиньонов в магазинах были импортными. А значит, теперь эта ниша российского рынка оказалась совершенно свободна. Поэтому в Новозыбкове появилась своя грибная ферма «Благородный гриб». В помещении со стеллажами создали идеальные условия для роста шампиньонов. Основные трудозатраты – на поддержание микроклимата в помещении и контроль роста грибов. Ежедневно здесь проверяют температуру и влажность. Ведь сейчас первая партия грибов уже выращивается в специальном субстрате. Если она получится успешной, предприниматели задействуют и вторую площадку – в клинцах. Это позволит обеспечить от 5 до 7% российского рынка шампиньонов. А также полностью закрыть потребность Брянской области. Хороших вам новостей!